Связь хорошая, если интернет хороший. Интернет хороший, если Cisco оборудование стоит. Сегодня 100 стран мира, в которых представлена Cisco, и мы с тобой смотрели 400, сколько офисов? 80. Что у вас суперклассного такого есть вот в вашей компании, о чем ты можешь сказать, помимо денег? Оборот компании в год, вот за прошлый финансовый год, был 59 с чем-то миллиардов долларов. А захватите, пожалуйста, чемодан с деньгами. То есть мы тратим сумасшедшие деньги, в том числе в Украине, на обучение. Как у женщины, у меня загораются глаза, и я сразу думаю, на что бы я их потратила. Вы очень неплохо зарабатываете, господа, учитывая, как дорого и красиво вы живете, богато. Всем привет, друзья! 3 месяца назад я отправилась в большую компанию Cisco для того, чтобы снять интервью с топ-менеджером, кантри-менеджером Сергеем Мартинчуком для одного серьезного украинского бизнес-канала. Но так сложились обстоятельства, что это интервью в результате так и не осталось на канале, для которого я это снимала. Но я подумала, что это прекрасная, точнее шикарная возможность показать это интервью своим зрителям, лучшим зрителям на свете и самым благодарным. Что я хочу, чтобы вы сейчас увидели? Во-первых, это потрясающая возможность посмотреть в большую, реально огромную мировую компанию с миллиардными долларовыми оборотами. Во-вторых, вы можете услышать реальную историю от человека, который пришел в эту компанию обычным менеджером и стал кантри-менеджером. На самом деле, руководящее звено в Украине, такой себе человек, который является топом, тем самым топом, знаете, чьи зарплаты всегда интересно знать, которые исчисляются в каких-то очень приличных суммах. Я знаю этого человека очень много лет, и для меня это потрясающий пример того, что возможно в нашей стране, не являясь предпринимателем, а являясь наемным сотрудником, построить карьеру. И что у нас есть потрясающие компании зарубежные, которые дают возможность нашим талантливым ребятам, айтишникам и совершенно в других разных сферах делать такую карьеру. Я хочу, чтобы вы посмотрели и вдохновились этим. Я хочу, чтобы вы посмотрели и увидели, как выглядят такие компании, чтобы вы услышали историю. Возможно, кто-то из вас захочет попасть в эту компанию. Здесь тоже есть информация о том, каким образом это сделать. И я решила, что раз уж так распорядилась судьба, то, наверное, на моем канале должен появиться отдельный блог с большими, огромными компаниями. Поэтому, если вы являетесь руководителем, топ-менеджером, возможно, маркетологом в одной из крупных зарубежных компаний, обязательно напишите мне, я с удовольствием приду к вам и обязательно сниму эту историю вашей компании, того, как устроено это все в нашей стране, потому что такие примеры, безусловно, вдохновляют. Поэтому отныне на моем канале будут регулярно появляться такие видео. И я думаю, что та маленькая какая-то такая вот интересная, пикантная ситуация, которая произошла с этим видео, в результате открывает передо мной огромные возможности. Так что обязательно посмотрите этот выпуск до конца. Обязательно напишите все, что придет вам в голову. Обязательно расскажите, какие эмоции у вас это вызвало. Не отвлекайтесь, пожалуйста, ни на что. И, конечно же, пишите, какие компании вы бы хотели, чтобы я рассмотрела в рамках данного проекта. И не забывайте поставить нам лайки, потому что мы очень старались. И раз уж это видео не выйдет там, где оно предназначалось, пусть его достойно оценят мои самые лучшие зрители. Приятного просмотра! Between what is hoped for and what can be, there's a bridge. Between the aspirations of a ball club and the greatest sports venue in America, there's a bridge. Between chaos and wonder, endangered and protected, there's a bridge. Ну что, друзья, прямо сейчас мы познакомимся с вами с руководителем бизнеса Cisco в Украине Сергеем Мартинчуком.
Привет. Привет. Конечно, выбрала твою компанию по двум причинам. Во-первых, потому что это крутая мировая компания, и очень мало людей, обычных, нормальных, как я, понимают, чем такие компании занимаются. А во-вторых, мы с тобой знакомы много лет, поэтому есть шансы, что ты мне попробуешь объяснить, что происходит. Постараюсь. Ты сегодня находишься на уже, скажем, такой очень высокой должности. Кантри-менеджер нашей страны, компании. Давай начнем сначала. Что за компания, почему ее придумали, когда ее придумали, как вообще такие компании рождаются? Всегда интересно. Ну, у каждой такой компании, да, история рождения разная. Кто-то рождается в гаражах, кто-то рождается там, еще в каких-то других местах. Cisco родилась в Стэнфорде. Это университет в Штатах, в Калифорнии, Силиконовая долина. В принципе, история рождения, ну, достаточно, можно ее даже назвать романтичная. Mm-hmm. То есть, сначала компании положили семейная пара, муж и жена. Они работали оба в Стэнфорде. И у них была одна общая проблема. То есть, они находились в разных зданиях, и, в принципе, они хотели между собой общаться. То есть, угу. Самое простое – отправить друг другу электронное письмо. Но на то время, это был 1984 год. Мне было один год. 35 лет назад. На то время это было сложно, потому что отправить электронное письмо с одного офиса в другой было, в принципе, невозможно. Потому что между этими офисами были разные протоколы, то есть, угу. Это физически было невозможно. И вот они изобрели устройство под названием маршрутизатор для того, чтобы, в принципе, начать общаться с друг другом. Поэтому вот так родилась компания. Они так. Зарегистрировали марку, угу. Назвали компанию Cisco. В принципе, Cisco – это часть названия города Сан-Франциско, угу. В котором, собственно, родилась компания. И даже первое время они с маленькой буквы ее писали. Окей. Что компания представляет из себя на сегодняшний день? Давай обозначим, сколько стран, сколько она стоит, какая ее цена? Да, давай скажу еще пару слов о том, давай. Что компания делает на сейчас, угу. До того, как насколько мы представлены. Наверное, самое простое объяснение будет, там, каждый из нас, я не знаю, тысячу, наверное, раз уже в день выходит в интернет, так или иначе. Да. Там кто-то использует смартфон, кто-то использует персональный компьютер, кто-то телевизор, неважно что. Угу. В принципе, можно сказать, что выходя в интернет, ну, где-то с процентной 80% вероятности пользователи используют наше оборудование. То есть, будь это Wi-Fi точка, через которую ты доступаешься через Wi-Fi в интернет, будь то устройство там, под названием маршрутизатор, которое, по сути, дает тебе доступ, выводит в открытый интернет, будь то средства безопасности, ну, потому что тебе хочется использовать интернет безопасно, правильно? Угу, конечно. Чтобы тебя не хакнули, там, без вирусов, без ничего. И большая часть устройств безопасности, которые ты вот по пути следования к тому веб-сайту, который ты выберешь, или к видеоролику на YouTube, большая часть будет цисковские. То есть Cisco на сегодняшний день номер один, либо иногда номер два во всех сегментах, в которых мы присутствуем. Это коммуникации, то есть это, по сути, способ соединить угу. Что-то с чем-то. Офис с офисом, человека с человеком. Это безопасность, чтобы эти коммуникации были безопасны. Угу. Это collaboration, мы это называем, это средство совместной работы. Будь то телефония, будь то видеоконференц-связь, что угодно. И есть еще такой кусок, достаточно весомый, дата-центры, то есть это то, где хранится все оборудование, все там, программное обеспечение, данные и так далее. То есть это тоже та ниша, в которой мы работаем. И на сегодня мы, вот еще раз повторюсь, либо номер один в большинстве сегментов, в которых представлены, либо иногда номер два. То есть у вас догоняя есть конкуренты? Первого. Конкуренты, конечно же, есть. Мощные есть? Они есть, есть достаточно мощные, и здесь мне очень нравится, вот каждый год у нас этот, назову так, слайд или как это назвать, информация обновляется вот по годам или там по пятилетиям, mm-hmm. Например, лучше всего смотреть. Мы вводим там список основных конкурентов, которые были на то время. Вот 1984 год, какие были конкуренты. Mm-hmm. Там 1990 год, какие были конкуренты. И вот что очень интересно, и мне это очень нравится, вот те конкуренты, которые в эти годы существовали, большей части этих компаний уже на сегодняшний день либо нет,
либо их купили, они стали там частью других компаний. Ну, чаще всего они исчезают. А вы покупали какие-то компании? Конечно, Cisco постоянно покупает. Это компании, которые могли бы быть вашими конкурентами? Как это происходит? Ну, зачастую это компании, которые нас усиляют. То есть, которые ложатся в нашу стратегию, которые хорошо ложатся в наш портфель. И мы, покупая эту компанию, мы не то чтобы покупаем конкурента, чтобы его убить. То есть, такого, ну, честно, я не очень помню. То есть, это покупки, в первую очередь, для того, чтобы усилить то направление, куда мы идем, и усилить ту стратегию, которую мы делаем. Окей, давай вернемся к цифрам. Сегодня 100 стран мира, в которых представлена Cisco, и мы с тобой смотрели 400, сколько офисов? 80. 480 офисов. Офигеть просто. Такие компании оцениваются сейчас на рынке ценных бумаг, как это правильно происходит? Сколько стоит компания? Какая ее цена? Наша компания, равно как и все, которые представлены на международных биржах, стоимость определяется, в первую очередь, стоимостью акций и количеством акций, выпущенных в оборот. Поэтому там, сегодняшнюю стоимость нужно посмотреть в интернете, чтобы не ошибиться. Но точно могу сказать, что стоимость акций компании Cisco на сегодняшний момент наивысшая за последние 19 лет. То есть самая высокая стоимость акций была в 2000 году. Это было так называемый book.com. То есть, когда вот все интернет-компании, либо там каким-то образом связаны с интернет, там был такой всплеск буквально на очень короткое время, и потом было сумасшедшее падение. Вот с того времени сейчас стоимость акций компании максимальная. Какие это цифры? Ну, это миллиарды. Ну, просто для понимания, оборот компании в год, вот за прошлый финансовый год, был 59 с чем-то миллиардов долларов. То есть это сумасшедшие деньги. Как у женщины, у меня загораются глаза, и я сразу думаю, на что бы я их потратила. Да, это сумасшедшие деньги. Ну, я думаю, что я бы справилась с этой задачей, конечно. Вообще, еще, наверное, лет 20 назад мы даже себе представить не могли о том, что у нас будут такие технологии. Нам кто-то звонит. Пронто. Ого, здравствуйте, Сергей! Слушай, это же надо, техника какая. А ты меня видишь? Конечно. Он меня видит, и мы тебя видим. Сергей, могу я вас пригласить в нашу конференцию-комнату для обсуждения чего-то очень важного? А захватите, пожалуйста, чемодан с деньгами. Деньги в жизни женщины не бывают лишними. Меня очень заинтересовал твой экран. Супер, супер. Вообще, поражаюсь каждый раз этим возможностям. Это делает тоже Cisco, я первый раз вижу. Да, да, это наш продукт. Ни в Ашане, ни в Эльдорадо, нигде не продается. Что это такое? Расскажи, пожалуйста. По сути, это несколько устройств в одном. То есть, в первую очередь, это устройство, с помощью которого можно проводить видеоконференцию. То есть здесь есть видеокамеры, микрофоны. Мы тебя только что увидели, да. То есть вы можете находиться в разных странах и проводить вообще такую... где угодно. Причем это может быть конференция нескольких людей, находящихся в разных странах. У вас связь всегда хорошая? Связь хорошая, если интернет хороший. Интернет хороший, если Cisco оборудование стоит. То есть, как бы, ответ – да. Я поняла, что нам нужно менять срочно оборудование. У нас, кстати, все время проблемы. Никто не совершенен. Мы можем как-то договориться? Можем. Хорошо. Да, плюс это флипчарт, то есть здесь можно рисовать. Плюс то, чем ты рисуешь, ты можешь делиться с, опять же, с людьми, находящимися где угодно. Сюда же можно шарить экран, то есть, например, если ты хочешь вывести какую-то презентацию, тебе не нужен проектор, ты можешь прям сразу сюда. То есть тебе, получается, вот это устройство заменяет, по сути, все то, что обычно раньше находилась в переговорной комнате. Флипчарт, проектор, там, телефон, какой-то видеоконференц-систему на столе. То есть у тебя сейчас все в одном. Круто. Это дорого стоит? Нет. Нет? Ну, то есть это нормальная какая-то стоимость рыночная? Абсолютно адекватная. Где это заказывают? Через любого из наших авторизованных партнеров в Украине. Мне такое надо. Знаешь, такие игрушки, просто, мне кажется, это наше голодное детство, когда мы могли об этом только мечтать, и сейчас потрясающие возможности. Ну и преимущество, чем больше компаний пользуются такого рода устройствами, ну или, в принципе, там, ты можешь позвонить на любое другое устройство, тем веселее. То есть у тебя эффект получается от того, что
другие тоже пользуются, и ты имеешь возможность с ними провести видеоконференцию уже, а не просто по телефону пообщаться. То есть, а все-таки фан должен присутствовать в бизнесе? Конечно. Конечно. А я тогда хочу еще пофанить. Красненько знаю. А мы еще не нарисовали семью. Семья должна быть, это главное. Та-дам! Очень классный офис. Мне нравится у вас работа. Круто, а? И так и оставим. Дядя. Если нужно испачкать офис, зовите. Смотри, мне бы хотелось сейчас поговорить с тобой о твоей карьере. Сейчас огромное количество людей, все хотят быть предпринимателями, потому что иначе никак не заработаешь денег, никто не хочет работать на дядю. Как происходят вот такие истории, когда человек строит карьеру, а не сливается куда-то в какой-то момент? Я не гнался за там сиюминутным заработком, либо сиюминутной выгодой. То есть всегда у тебя есть там какие-то возможности или предложения. То есть у тебя есть всегда с чем сравнить. Да, можно найти где-то что-то лучше, но тем не менее, мое отношение было всегда такое. То есть если я где-то что-то делаю, мне хочется в этом быть максимально неполезным, что ли. Взять максимум из того места, в котором я нахожусь. Поэтому, собственно, в ЦИСКО я попал в тот момент, когда на предыдущем месте работы я где-то подошел уже к какой-то такой планочке, что было понимание, надо дальше двигаться. Ты был айтишником? Ну, не совсем. Да. То есть в какой-то степени, да, я закончил КПИ, факультет информатики и вычислительной техники. То есть я был айтишником, но с точки зрения карьеры достаточно быстро я перешел в продажи, как продажи в IT. Я понял, что мне больше хочется быть ближе к клиенту, и там видеть глаза человека, которому я там что-то делаю, либо что-то предлагаю, либо там каким-то образом помогаю. Тоже был случай, то есть это было одно из очередных собеседований, и тогда руководитель, который меня брал на работу, он мне сказал: слушай, я смотрю, ты больше не IT-консультант, а я шел на IT-консультант. Он говорит: давай ты попробуешь в продажах. Тот случай где-то во многом предопределил вот то, что я пошел в продажи, пошел по этому пути. Ты вообще понимал, в какую компанию тебя пригласили? Что ЦИСКО? Для тебя? Да. На момент, когда меня пригласили в ЦИСКО, я знал, что есть такая компания. Я знал, что в один момент был, вот когда был бум доткомов, ЦИСКО, капитализация ЦИСКО была наибольшей на рынке. То есть это была самая дорогая компания на рынке. Вот я услышал вот это, и мне как-то оно в голове запомнилось. Но чем занимается компания, я, в принципе, мало представлял. Скажи мне, когда тебе сказали о твоей зарплате на собеседовании, это была сумма выше, чем ты себе представлял, мечтал, или ничего особенного не было? Какой-то все-таки финансовый момент был радости? Зарплату мы обсуждали, наверное, уже на шестом, наверное, или седьмом собеседовании. То есть у меня было достаточно много собеседований перед тем, как я попал. И было много... Шесть или семь собеседований? Меня сначала начали собеседовать на одну позицию, потом на другую. И для меня, наверное, главное было понять не то, какая там большая зарплата. То есть я на самом деле не очень хотел в ЦИСКО идти. И я пришел на собеседование, но я сказал, что я не очень хочу, потому что я понимаю, что международные компании большая часть работает по принципу, у меня такое предубеждение тогда было, по принципу, есть у человека большая зарплата, он пользуется именем компании, сидит здесь там в Украине, в принципе, особо ничего не делает, да. И я сказал, что я таким не хочу. То есть я не хочу быть винтиком в машине. То есть я не хочу получать большую зарплату, ничего не делать, да, я. Зарплату мы на тот момент не обсуждали. Только у тебя так же было такое представление. Да. Но зарплата оказалась больше, чем ты думал, или нет? Зарплата была больше, чем на тот момент у меня было. И для меня она была хорошая. То есть ты обрадовался все-таки? Соглашаясь, я порадовался, да. Но больше все эти собеседования, которые у меня были, я пытался понять, собственно, в чем будет та разница, которую я могу принести. То есть где моя ценность будет. То есть для тебя очень важно быть ценным в том, что ты делаешь. To make a difference. То есть сделать какую-то разницу. То есть ты пришел, то, что было до тебя, и то, что стало после, оно должно каким-то образом отличаться сильно.
И в этом отличии я должен понимать свой вклад. То есть, если это есть, меня это драйвит. Если у меня год прошел, например, я не понимаю, что поменялось, что я поменял, и там благодаря мне какие-то изменения произошли, мне становится очень некомфортно. Если этих там годов будет раз, два, три подряд, понятно, там я буду очень сильно думать по поводу либо смены работы, либо смены компании, либо еще чего-то. И Cisco, вот для меня до сих пор это такая, ну, своего рода загадка. То есть 12 лет, до этого я максимум проработал в компании 5. То есть я не мог себе представить, как можно 12 лет в компании, в принципе, быть еще до сих пор заинтересованным. Как вообще двигаются в таких компаниях? Подход такой: если ты хочешь кем-то стать, ты для начала станем, а потом претендуй на соответствующую должность. То есть тебе ничего не мешает, например, желая стать руководителем какого-то департамента, начать делать ту работу, которую делает руководитель этого департамента. И либо, по крайней мере, помогать тому, кто в этой роли, либо каким-то образом примерить на себя эти ботинки. То есть я точно против того, когда человек вот сидит в роли, он делает то, что он делает, причем далеко не всегда, может быть, там хорошо делает и говорит: вот я хочу там стать начальником. То есть мне больше нравится, когда люди берут на себя ответственность, берут смелость начать делать что-то, чего они не делали вчера, и самое главное того, делать то, чего от них не ждут в этой роли, может быть, даже. То есть они начинают это делать. И просто в какой-то момент там, ну, люди вокруг понимают, что этот человек готов. Он готов взять эту роль, он готов взять эту ответственность. Люди работают в компании, сколько человек работает в офисах, вот если мы говорим об Украине сейчас конкретно? Ну, в принципе, и Украина, и многие другие страны, наша популяция людей, она такая плюс-минус похожая. То есть на сейчас в компании по миру работает порядка 73 тысяч человек. Плюс у нас достаточно много сотрудников, которые работают на контрактной основе. То есть те, которые не являются штатным персоналом, мы их привлекаем на условиях контрактов. Что касается сотрудников, мы их называем field, то есть те, кто, собственно, в штате Cisco, в первую очередь это продавцы и системные инженеры. Это наша такая, как бы, основа. То есть этих людей больше всего. И там уже чуть меньше популяция. Это, есть ли проблема какая-то с поиском таких людей? Потому что все-таки международная компания, я, знаешь, смотрю просто, ну, на обычных, да, там студент закончил, вернее, ученик закончил школу, потом он студент, и, как правило, мало кто вообще в чем-то соображает. Есть ли у вас проблема с поиском? Каким образом вы этих людей находите, берете на работу? Что так? Проблемы есть. Понятно, есть. Во многом они связаны, то есть, с одной стороны, есть хорошая вещь. Мы, в принципе, благодаря тому, что мы такие, как мы есть, мы лидер рынка, мы большая компания. Я видел очень много ребят, которые мечтали работать в Cisco или там мечтают работать в Cisco. Поэтому, с одной стороны, мы можем себе позволить там искать лучших людей на рынке и брать лучших людей на рынке. А с другой стороны, в этом и сложность, когда, ну, у нас количество персонала не такое большое. То есть у нас не сотни там тысяч человек и не сотни в той же Украине. Поэтому каждый человек, он на вес золота. То есть, нанимая человека, мы понимаем, что мы принимаем очень важное ответственное решение на долгосрочную перспективу. Поэтому нужно найти вот лучшего из лучших. А каким образом это происходит? Ну, это достаточно долгий, скрупулезный процесс скрининга, общения, интервью и так далее. То есть, например, каждую позицию, которую я закрываю, у меня уходит на это, ну, минимум, наверное, месяца 3. Минимум. А как вот физически, например, это может произойти? То есть, как человек может попасть в компанию? Что ему нужно сделать? Где он может об этом узнать? Ну, расскажи немножко об этом. Да, у нас, опять же, из-за того, что мы компания международная, много вещей и много инструментов, которые мы используем, они такие, ну, максимально общеприняты. То есть, например, все наши позиции публикуются в LinkedIn.
То есть тот, кто хочет быть постоянно в курсе наших открытых позиций, можно подписаться в LinkedIn, либо у нас есть Cisco Job портал, то есть на котором тоже публикуются все вакансии, то есть можно это смотреть. И, наверное, я бы поделил на такие два больших, вот, на две возможности попасть в компанию. Вот ты говорила о студентах. Для студентов есть такая очень классная возможность, на самом деле, и я очень завидую ребятам, которые попадают вот таким путем. У Cisco есть так называемая Associate Sales Representative программа, CSAP, Cisco Sales Associate Program. Cisco во многих странах достаточно, ну, то есть периодичность раз в год, мы набираем людей, которые выпускники университетов, то есть это там год-два ты выпускник университета, ты можешь оплавиться в эту программу. Те, кто проходят достаточно сложный отбор, то есть там конкурс бывает, ну там, один-два на несколько сотен, может быть, тех, кто просто засубмитили резюме. То есть там несколько этапов, то есть сначала резюме, потом видеорезюме, потом какое-то общение, потом так называемое assessment. То есть ты хочешь сказать, что в Украине есть такое количество людей на место? То есть мы говорим про Украину, да? Да. Ну, в силу того, что это студенты, мы не требуем какого-то суперпрофессионального опыта, поэтому на вход получается достаточно большое количество резюме. Какой процент из них? Самое важное. Преимущество или фишка вот этой программы, то, что тот человек, которого мы берем, мы его отправляем в Амстердам на год на обучение. То есть этот человек попадает в год, кампус Cisco, его там накачивает максимально soft skills, то есть это умение продаж, презентации, общение с клиентом, hard skills, то есть это понимание продуктовой линейки, знание там, что ты продаешь, кому это как нужно. И это опыт общения в международной команде, потому что, например, парень или девушка из Украины, попадая в Амстердам, он учится в группе с людьми из абсолютно разных стран. А какое количество потом людей они там находится в Амстердаме? Это на базе офиса? Как это происходит? Это на базе офиса Cisco. Есть отдельные люди, которые занимаются этой программой. Там, я не знаю, сколько каждый год набор, но там это точно десятки людей. Слушай, с разных стран. Как круто. Скажи, пожалуйста, в Украине, когда вот приходит вот этот первый входящий поток, какой процент мусорного потока приходит? Потому что наверняка он приличный. Или это прям вот у вас такие все отборненькие ребята? Я бы точно не называл это мусорным, потому что так или иначе... Я женщина, могу себе позволить. Да. Ну, например, на каждую объявленную вакансию, если, например, мы объявляем вакансию продавца, я думаю, количество резюме, которое мы получаем, исчисляется там парой сотен минимум. То есть около пары сотен резюме мы получаем. Ну, наверняка же есть какой-то процент, который, когда читаешь, просто вызываешь улыбку. Ну, конечно. То есть есть люди, которые шлют резюме, ну, такое впечатление, вот просто на все открытые позиции. Да. Есть резюме действительно интересное. И, в принципе, то, что, ну, это может быть уже такая моя какая-то, не знаю, фишка, что ли. На последний, ну, достаточно там долгий период последний, когда мы ищем людей, я для рекрутеров максимально открываю возможности по поиску. То есть я говорю, давайте смотреть не только в наших отраслях, то есть не только в IT, не только телеком. То есть я абсолютно там хорошо рассматриваю людей из FMCG, из там, автобизнеса, так, из любого другого. Прости, пожалуйста, первые буквы, которые ты сказал. FMCG, я только знаю MCG, бренд одежды. Что это такое? Fast Moving Consumer Goods. По сути, это то, чем ты пользуешься на ежедневной основе. Крема, шампунь, еда, все что угодно. Вот, то есть то, что быстро оборачивается, все, что в супермаркетах продается. То есть за этим же стоит сумасшедшее то количество таких людей. Таких людей вы тоже можете отсматривать, и если у человека есть к этому талант, вы можете его переучить под себя. Конечно. Во-первых, я смотрю таких людей по той причине, что, ну, как бы то ни было, несмотря на то, что мы такие вот вроде там айтишные и сложно понятные, но процессы, которые заложены внутри, они очень схожи. То есть мы продаем, например, через партнеров. То есть мы не продаем клиенту напрямую оборудование. У нас есть партнерская сеть, в Украине это там больше 300 партнеров, организаций, которые предлагают наше оборудование клиенту. И понятно, что с этим каналом нужно работать. Если взять, например, ребят, которые занимаются продажей, ну, любого другого товара, они тоже это делают через какой-то канал.
То есть, по сути, ну, и да, там да. есть канал, и у нас есть канал. Безусловно. И принципы работы одинаковые. То есть, твоя задача создать какую-то ценность для твоего канала, угу. чтобы ему было интересно работать с твоим товаром. Тебе нужно обучить людей в этом канале, тебе нужно там, каким-то образом их мотивировать и так далее. То есть, эти вещи очень сильно похожи. Все, что отличается, это понимание продукта. Да. Твоего... А продукт, ну, у нас достаточно сложный, поэтому искать на рынке людей, которые его хорошо знают, ну, они, скорее всего, уже работают в наших партнерах. И из-за этого мы их не берем, по той простой причине, что таким образом мы как бы сами себе сделаем угу. хуже. То есть, забирая человека, хорошего человека у партнера, мы как бы оголяем фланги у партнера. Безусловно. Скажи, пожалуйста, у таких больших компаний, наверняка, как и у маленьких, есть какие-то проблемы? Ну, опять же, в силу того, что мы компания не маленькая, большая, да. то мы подвержены тем же самым проблемам, которым подвержена, ну, по сути, вся страна. То есть, если у нас ситуация в стране, что люди уезжают из страны, для нас это тоже проблема. Сложнее нашим заказчикам найти себе людей, которые понимают, умеют и знают, как пользоваться нашим оборудованием. То есть это проблема. Называется brain drain, вымывание мозгов. То есть вот одна из проблем, которая сейчас есть у всей страны, и мы как вендор, который присутствует, по сути, во всех областях, mm-hmm. то есть мы как бы... Так или иначе, мы связаны вот с макроэкономической ситуацией. То есть не может заказчик, например, или там какая-то компания воспользоваться там, плодами того оборудования, которое мы можем mm-hmm. предоставить, да, если у них просто в штате нет людей, способных с этим работать. То есть так или иначе, ну, это проблема. То есть они либо не купят, либо не купят, потому что боятся, либо не купят, потому что не умеют пользоваться, либо они не почувствуют ту ценность, которую может дать это их бизнесу. Вот как бы для нас проблема. То есть она может быть не сразу видна, но мы это чувствуем и понимаем, потому что мы на всем рынке работаем. А какие пути решения? Один путь – это обучение. То есть угу. это то, что мы делаем. Максимально мы вкладываемся в обучение. Второй путь – это... Ну, больше такой институциональный, то есть на уровне государства создавать предпосылки, чтобы люди не уезжали. Мы, с одной стороны, допустим, и государство должны обучать людей и готовить персонал. С другой стороны, нужно создать условия, чтобы они в стране оставались. То есть, если вот эти две вещи будут реализованы, у нас все будет хорошо. То есть, мы тратим сумасшедшие деньги, в том числе в Украине, на обучение. У нас одних сетевых академий, то есть, это академии, где человек может получить знания от ЦИСК, ну, точнее, у продукта ЦИСКа, и сертифицироваться даже. Вот на сегодняшний день в Украине открыто порядка 400 академий. И эти академии открыты почти при всех, ну, таких профильных университетах. То есть, если взять там КПИ, Шевченко и все остальные, то есть очень много ребят. То есть за время существования академии, мы буквально на этой неделе праздновали 20-летие сетевых академий в ЦИСКа. За это время обучено было больше 130 тысяч человек. Обратимся к тем конкретным людям, которые могут быть вам полезны, интересны, которые могут использовать эту возможность обучиться и затем уже работать с вашим оборудованием. Ну, по сути, мы можем обратиться к любому. То есть мы можем обратиться к тем людям, которым почему-то технологии близки, и им с ними комфортно, и они понимают, что с этим делать, и видят себя в перспективе там, либо в тех или иных компаниях, либо в бизнесах, которые занимаются IT. То есть, например, в позиции country-менеджера Украины я достаточно недолго, там, буквально пару-тройку месяцев. Тем не менее, до этого я отвечал за продажи в Украине, я отвечал за работу с партнерами в Украине, я курировал маркетинг в Украине. То есть большую часть вот тех как бы областей деятельности, которые ну, определяют работу country-менеджера, я так или иначе делал. Просто это не называлось такой ролью. И да, мы в какой-то момент, там, мой руководитель, мой шеф принял решение, что имеет смысл теперь сделать как бы это заявление на рынок и больше обозначить эту позицию. Там, придя на работу в новой роли, я продолжу делать то же самое, что и делаю. Да, ты увидела, сколько было поздравлений на Фейсбуке. Общественность порадовалась. Разница в ответственности. То есть, когда ты получаешь эту роль, ты понимаешь, что теперь уже ты отвечаешь. Ты не помогаешь кому-то, ты не влияешь на что-то, а ты теперь за это отвечаешь. И вот, ну, наверное, самое главное, что произошло после назначения, в принципе, с любыми другими назначениями, которые у меня были в жизни, я принимал ответственность и понимал, что все, теперь это уже как бы
моя. То есть, моя смотри, роль, моя резюмировать, можем ли мы сказать о том, что для того, чтобы зарабатывать деньги, а для людей большинства это весомая мотивация, для того, чтобы реализоваться, нам не обязательно работать на себя, да, становиться предпринимателями, организовывать бизнес. Мы можем это делать внутри компании, и для того, чтобы расти и развиваться, первое, нам нужна хорошая компания, второе, нам нужно максимально не бояться себя проявлять, не просто не бояться, а стараться это делать, брать на себя ответственность, развиваться, ставить интересы компании как свои собственные, и благодаря этому мы можем расти и становиться... Абсолютно. Наверное, сейчас такой вот хайп на предпринимательство. То есть все мечтают стать стартаперами, и мы, в принципе, как ЦИСКО, мы тоже поддерживаем, например, есть в Украине сеть стартап-инкубаторов на базе университетов, ЕП. Мы партнеры этой организации. То есть мы туда тоже инвестируем достаточно много времени, сил и там, работы как менторами. Тем не менее, этот хайп, он... Ну, наверное, в чем-то вырождает немного понимание молодых ребят о том, что можно хотеть от жизни. Потому что так или иначе, предприниматель – это ж, ну, не так просто, и ты это прекрасно знаешь. Это очень непросто. И быть предпринимателем кажется круто, но, тем не менее, ты на достаточно долгий период себе можешь, ну, какие-то вещи обрезать. Вот то, что мы говорили о компании там, уровня ЦИСКО, что они могут дать? Они могут дать сумасшедший опыт международной компании, присутствующих в большом количестве стран. Для того, чтобы стартап вышел на тот уровень, когда ты можешь назвать себя международным и почувствовать вот эту как бы, международность, это пройдет ну, явно не один год. И очень много стартапов погибает на, там, на начальных этапах. Поэтому больше мы поддерживаем эти инициативы и инвестируем туда не с точки зрения того, что мы хотим, чтобы каждый стал стартапером. Нет, мы хотим, чтобы люди почувствовали в первую очередь ответственность за то, что они делают. Это то, что вот стартап-культура в первую очередь приносит. Она дает возможность людям почувствовать ответственность за тех, кого ты взял на работу, за тот продукт, который ты делаешь. Имея ситуацию, когда у тебя деньги закончатся завтра, и ты живешь в этом как бы... который год подряд, да. Ответственность – это то, что развивается в первую очередь. Поэтому, когда приходят на собеседование ребята, имеющие опыт работы в стартапе и признавшие для себя, что теперь я хочу получить опыт работы в корпорации, ну, для меня это такое хорошее признание. То есть я это воспринимаю как то, что человек, ну, в принципе, какой-то уровень взросления прошел. Безусловно. Я точно так же, был у меня перерыв один год, это что-то такое, попытка своего бизнеса, мы занимались металлопрокатом, и очень быстро меня от этого как бы отбило, потому что я понимал, ну, это не то, чем я хочу заниматься. А поговорим немного о твоем вообще образе жизни в контексте того, что работы очень много, но у тебя есть семья, у тебя есть дети. И как эти вещи совмещаются? Это классические вопросы, но всем всегда интересно, вдруг есть какой-то супер секрет, потому что я со своим супругом работаю вместе, и, соответственно, у нас есть время видеться еще иногда. Вот. Ну, тут у каждого по-своему. Ты очень много времени проводишь в командировках, на работе, ты биг-босс, но в то же время есть еще какое-то время, которое тебе нужно уделить на себя наверняка, там, в зальчик сходить. Есть твои дети, есть твоя жена. Что для себя в тайм-менеджменте ты выработал такого, чтобы все-таки полностью не умереть на работе? Вопрос номер один для большинства менеджеров – это как поддержать вот этот work-life balance. То есть как совмещать работу и личную жизнь и так, чтобы там, и там все было достаточно комфортно. Первое, ну, очень важно то, каким образом в твоей компании, ну, в твоем окружении, там, в первую очередь, там, твой руководитель, какие приоритеты он выставляет и каким образом, что он поощряет. То есть, если, например, твой руководитель поощряет то, что все сидят там субботу-воскресенье на работе с утра до вечера, выходной день, и это считается хорошо, скажем так, то явно ну, у человека будут большие проблемы с тем, чтобы выдержать вот этот work-life balance. Поэтому та культура, которая проповедуется вот в офисе в Украине, по крайней мере, это то, что ну, ребята максимально способны в определении, свободные, в определении того, какое время, чему они должны уделять. То есть я не засекаю время, во сколько человек приходит на работу, и не засекаю время, во сколько он уходит с работы. У нас есть концепция мобильного сотрудника. То есть ты можешь, находясь там дома где-то или в поездке, выполнять свою работу. Что касается семьи, ну, как бы это, наверное, задача каждого человека поставить себе вот цель выдержать вот этот баланс.
То есть, если ты не будешь об этом думать, это тоже определенного смысла работа. То есть, если ты об этом не думаешь, и для тебя это не является приоритетом, у тебя там начнутся сложности. То есть, для меня это, ну, достаточно большой приоритет. Я стараюсь максимально выходные, по крайней мере, уделять семье. А, там, что касается спорта, я стараюсь это делать утром, до работы, там, в 7.30, в 7-8 часов утра. Ну, то есть, прийти, по сути, я не забираю это время у семьи, не забираю это время у работы. Это мое как бы время, которое я могу потратить либо в пробке, либо провести в спортзале. То есть я выбрал как бы провести в спортзале. Поэтому как бы какой-то баланс я пытаюсь находить, насколько успешно, иногда не очень. Но в принципе в общей части, наверное, достаточно успешно. Скажи, пожалуйста, вы указываете заработную плату, когда размещаете вакансии? Нет, мы не указываем. Ну, это же страшно интересный вопрос, потому что международные компании – это, пожалуй, единственные компании, которые вы в долларах платите зарплату. И это тоже мы не можем сообщить. Это же не обсуждаем. Но догадаемся, предположим, что-то мне подсказывает, что международные компании, у меня есть парочку знакомых, они получают зарплаты в долларах. И, безусловно, зарплаты в компаниях такого уровня значительно отличаются от компаний а-ля Ашан или еще чего-то другого. Поэтому понятное дело, что Ашан человек... тоже международная компания. А, международная, но вот почему-то на кассах тетям много не платят. Сумки Louis Vuitton я у них редко встречала. Только из метро откуда-то. Поэтому, естественно, что есть сильная мотивация попасть. Есть много айтишников, которые работают там сами на себя, предприниматели, и там какие-то тысячи долларов для того, чтобы заработать, им нужно совершить какие-то неимоверные усилия. Мало того, им еще нужно себя продавать. Да, потому что это беда. Попадая в компании такого уровня, я так понимаю, что зарплаты все-таки очень приятные для людей. И учитывая, что есть еще узкая специализация определенная, то есть когда человек, ну я знаю, что есть такие люди, которые там знают такие вещи, которые применимы, ну то есть нету много людей для выбора, поэтому таких людей переманивают и забирают и платят весьма приличные суммы, поэтому наверняка мотивация к вам попасть есть все-таки особенная. Ну, мотивация попасть есть, в то же время она далеко не всегда и не только обусловлена деньгами. А вот понятно, давай поговорим. Зарплата у нас, ну, что скажу у вас так, конкурентная. А что у вас суперклассного такого есть вот в вашей компании, о чем ты можешь сказать, помимо денег, что для людей является очень приятным? Ну, несколько факторов. Если оставляем как бы финансовые, да, вот все остальные вещи в сторону. Первое – это сумасшедший опыт, который ты можешь получить. Вот то, что мы говорили вначале, мы присутствуем в 100 странах. Количество там, офисов, языков, на которых говорит Cisco, ну, по сути, это, там, наверное, все языки мира. Ваши сотрудники должны знать иностранные языки? Английский. Английский – это английский обязательное язык условие. У нас, да, базовый язык для общения внутри компании – английский язык. То есть вся документация, обучение внутреннее, которое вот… Там, для сотрудников это все на английском языке. То есть английский язык, друзья, мы должны учить, если мы хотим работать в международной компании, в принципе, ну, обязательно. Я тебе могу рассказать. Я когда пришел в компанию, мой английский язык был, ну, скажем так, на уровне достаточном для того, чтобы пройти собеседование. И то я так очень удивился. My name is Сергей. Нет, ну, I live in Kiev. Чуть-чуть лучше. Ну, серьезно, я учил английский язык на курсах, наверное, года полтора до того, как попасть в компанию. Первые дни мне было очень тяжело. Ну, то есть у нас на то время много общения было. То есть, например, если тебе что-то нужно было там выяснить, был колл-центр внутренний, куда ты звонил. И иногда трубку брали не американцы, а там индусы, например. Я просто клал трубку, потому что я не мог понять, что они говорят. Поэтому, в принципе, все приходит, опять же, с опытом и в чем плюс компании. То есть, с момента, когда я попал в компанию, я не учил больше английский язык, вот у меня не было курсов, там я не ходил. То есть, ты учил внутри уже? То есть, я учил внутри. И из-за того, что ну, объем информации настолько большой и количество там, общений, пересечений с людьми с абсолютно разных стран, оно огромное, и у тебя есть возможность не просто его выучить, а у тебя есть возможность еще понимать различные акценты.
что ну, реально круто. Скажи, пожалуйста, все сотрудники часто путешествуют, перемещаются или нет? Ну, в зависимости от роли, кто-то больше, кто-то меньше. Но, тем не менее, у нас достаточно много поездок есть различного характера. То есть, как минимум, самое простое, попадая в компанию, ты должен пройти обязательное обучение. Угу. Обязательное обучение ты проходишь в Штатах. Хорошо. Какие еще плюсы есть работы в этой компании? Социальные пакеты? Ну, в первую очередь, я сказал опыт. Да. Второе – это обучение. Продолжим по обучению, угу. Потому что то количество, ну, скажем так, курсов или предметов, которые ты можешь изучить в компании, оно, опять же, огромно. У нас есть там сумасшедший внутренний портал, на котором есть так называемый e-learning, то есть в электронном виде курсы, угу. В электронном виде видео. Есть очень много курсов, которые проводят инструктора. То есть инструктор-лед. И формат их абсолютно разный, и знания и навыки, которые ты можешь получать, абсолютно разные. Это там и знания экономические, и знания продаж, и знания технологий, и знания там какие-то навыки presentation skills, там, design thinking, все что угодно. То есть если у человека есть желание учиться и развиваться, здесь для него просто вообще все двери открыты и все возможно. Это второе. Угу. Третье, это уже больше, знаешь, для человека, находящегося в стране, ну и в принципе там переживающего каким-то образом за страну, ты понимаешь эффект, который ты приносишь в принципе в там, рынок Украины. То есть опять же, нас не так много в офисе. И те проекты, которые делает Cisco в Украине, они бывают, ну даже не бывают, они реально крутые. Они зачастую захватывают не только там, одного заказчика и одну компанию, они могут захватывать целую отрасль. А, например, можешь это рассказать? Ну, с примерами такими, которые на камеру могу сказать, сложнее. Но, по сути, если ты возьмешь всех там, топ-заказчиков Украины, большая часть так или иначе пользуется нашим оборудованием. Кто-то очень сильно у него все процессы построены на нашем оборудовании. Кто-то может быть немного меньше, в зависимости от того, какого рода компания и там, какой процесс. Но, в принципе, что можно сказать? Цифровизация как тренд, она уже состоялась. Угу. То есть сейчас, по сути, уже не вопрос, стоит ли переходить на цифровую экономику. Цифровая экономика так или иначе будет, весь вопрос, насколько мы быстро туда придем. Угу. Соответственно, для каждой компании то, насколько ты станешь цифровой компанией, в принципе, от этого зависит там, твое выживание. То есть большая часть компаний, которым не получается стать цифровыми, они умирают. Либо их поглощают, либо еще что-то с ними происходит. Сейчас, если посмотреть внутрь любого бизнеса, IT там это номер один. Это, ну, будет, это факт. Будь то банк, будь то телеком, будь то аграрный сектор. Аграрный сектор сейчас напичкан IT настолько, но то есть это уже далеко не тот аграрный сектор, который был там десятки лет назад. Скажи, пожалуйста, какая доля рынка принадлежит сегодня компании вашей? Ну, доля рынка у нас определяется по там, тем или иным продуктовым линейкам. Вот то, что я говорил. Да. То есть, например, если взять, например, раутинг, доля рынка самая большая, то есть мы номер один, 80% рынка – это Cisco по миру. Данные по конкретным странам либо территориям мы не оглашаем, то есть мы публикуем данные только по миру. Смотри, Украина достаточно маленькая страна, ну, в принципе, в масштабах. Не наступит ли такой момент, когда вы поймете, что вы как бы полностью эту страну поглотили, некуда дальше развиваться? Ну, развитие же всегда очень важным является фактором. Как это происходит? Может ли такое быть? Ну, наверное, если так как-то апокалиптично помечтать, конечно, может быть, но мне нравится, есть другие страны, вот, по которым у меня вообще большой вопрос. То есть я вижу, например, страну на карте, там, она вот такая, она там по масштабу, не знаю, раз в несколько раз меньше Украины. И количество оборудования, продаваемое в эту страну, как Cisco, так я думаю, любыми там, другими вендорами, которые там присутствуют, оно настолько огромное, что, ну не знаю, мне кажется, там просто вот все должно устелено просто быть оборудованием. Поэтому если взять Украину, у нас еще перспективы, поверь, сумасшедшие. То есть большая часть отраслей, в первую очередь, там госсектор, с точки зрения информатизации, там еще много-много чего можно делать.
Смотри, у вас большие зарплаты в компании, большие расходы, ну, безусловно, на все это, все ваши отрасли, обучение и так далее, все это достаточно дорого. Я слабо понимаю, как все это устроено с позиции заработка денег, тут вопросы о средних чеках или еще о чем-то очень странные, но в то же время владелец канала, для которого я сейчас снимаю, Евгений Черняк, всегда задает вопрос, какая маржа. Можем ли мы здесь вообще о какой-то маржинальности говорить? Потому что есть какая-то сделка, на которую затрачено какое-то количество ресурсов, энергии, времени. Это достаточно дорого. Как вообще вот эта прибыль, она исчисляется? Не, маржинальность для, на уровне компании – это открытая информация. Мы публикуем каждый квартал. Отлично, не мы узнаем Украины, маржу. Не на уровне Украины. На уровне, то есть на уровне всего мира. На уровне всего мира, да. Угу. Я боюсь соврать, там последний квартальный колл, сколько публиковали маржу, но это последние кварталы на уровне 60%+. Ого! То есть это очень приличненько, я думала, честно говоря, поменьше. То есть вы очень неплохо зарабатываете, господа, учитывая, как дорого и красиво вы живете, богато. Вот. Девочки, во что бы ты ни стала, нужно попадать в эту компанию. Здесь однозначно перспективные мужчины. Правда, ты женат? Женат. Кроме Сергея. Вот. Со всеми остальными можно ознакомиться. Как много, кстати, женщин работает? Достаточно много. В последнее время у нас diversity Женщины, популярна. Они что, они продают в основном? Вот давай. Или они инженеры? Ну, если взять офис в Украине, большая часть девушек, которые у нас работают, они так или иначе, либо продажи, либо маркетинг. Угу. Тем не менее, в инженерах очень много девчонок. То есть, например, мое самый такой большой шок, наверное, который я испытал, как только попал в компанию, я видел девушку в серверной комнате. Вот для меня это был такой когнитивный диссонанс. Есть и очень симпатичные. Вот. То есть, можем ли то мы... есть они и симпатичные, и умные. Класс. То есть можем ли мы утверждать, что в Украине и в ЦИСКО в целом работают красивые, умные девушки, и нас становится с каждым днем все больше? Можем. Фиксируем. Парни тоже ничего. Мне очень сегодня понравилось с тобой общаться. Уверена, что это для многих будет полезно и интересно. И в завершение я хочу тебя попросить дать три рекомендации для аудитории достаточно молодой, которая нас смотрит, потому что все равно огромное количество людей сегодня все время сомневается, действовать или не действовать, а может быть посидеть и подождать, а может быть тише едешь, дальше будешь. Что делать? Вот если бы тебя вернуть сейчас на 20 лет назад, возможно, что бы ты себе сказал в данный период времени, уже имея тот опыт, который у тебя есть? 20 лет назад все было намного сложнее, мне кажется. Ну, с одной стороны, проще. У нас не было такого количества возможностей, как сейчас есть у молодых ребят. А вот я по-хорошему сегодняшней молодежи завидую. А завидую, потому что они, ну, наше предпринимательство в наше время, ну, мое время, это ограничивалось тем, чтобы собрать кому-то компьютер и получить за это деньги. Mm-hmm. Это вот максимум верх предпринимательства был. Потом чуть позже можно было что-нибудь напрограммировать. А сейчас возможности просто сумасшедшие. То есть это различные программы, международные программы, стартап-инкубаторы, то есть все, что хочешь. Поэтому первое, что хочется, наверное, сказать, это ни в коем случае не бояться и не считать, что этот путь не для вас. То есть вот любой путь, тот, который вы верите, он для вас. В какой-то степени верить в себя, и даже если не получился первый шаг, второй шаг, третий шаг, искать себя и искать свое призвание, потому что, опять же, сложность текущего мира, ну или там сегодняшнего мира, то, что часть профессий, которые есть на рынке, то есть за которые ты можешь получить деньги, их нет в университетах, этому не учат. То есть сейчас новые профессии появляются с такой скоростью, что система образования за ними просто не успевает. Поэтому у молодых ребят всегда есть возможность попробовать себя в чем-то таком, что, ну, раньше казалось, в принципе, невозможно. Ну или, в принципе, раньше этого не существовало. Что еще третье сказать? Получать удовольствие от того, что делают. То есть, если нет удовольствия, зачем тогда?
деньги не самое важное в жизни, правильно? Ты знаешь, я с тобой согласна. И особенно, big money. Особенно приятно говорить, когда у тебя, да, big money, и у тебя все круто. Спасибо тебе огромное. Я уверена, друзья, что это интервью сегодня получилось классным, интересным. Сколько тебе лет сейчас, кстати? 39. 39 лет. Человек, чье имя в международной компании в нашей стране номер один. Все возможно и все реально. Не забывайте, пожалуйста, написать нам классный комментарий. В конце концов, мы старались. Конечно, поставить лайк этому выпуску, потому что в нем была я, женщина. А женщины, Big Money и Cisco — это вообще круто. Неразделимо. Неразделимо.